Ухудшение погоды в ночь со среды на четверг прогнозируют синоптики. В большинстве районов Ульяновской области пройдет дождь с грозой, в отдельных районах ливни. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Ночью температура опустится до 8 градусов выше нуля. Днем в четверг ожидается 17-22 градуса тепла. А вот после 20 июня дожди станут уже маловероятными. И воздух прогреется до 26 градусов тепла. Жаркое лето вновь вернется.